Меня зовут Алина, и я чернильница. Да-да, та самая русская Наташка, которая поверила в узбекскую сказку и повелась на плов. 5 лет назад я шла мимо стройки, навстречу мне вышел молодой парень в каске, он мне улыбнулся, я увидела его золотой зуб, и в этот момент мне показалось, что именно так выглядят настоящие мужчины. У нас завязался разговор, и мы начали встречаться. Встречались мы долго, и через 2 месяца отношений я уже забеременела. Через 5 месяцев его уволили со стройки, и он вернулся к жене на родину. То, что у него была жена и 3 детей на родине, я узнала только на 6-м месяце беременности. Ни плова, ни мужа, ни золотых зубов.